В свои годы легенда отечественной эстрады Алла Пугачева может дать фору любой моднице. Звезда продумывает каждый свой образ, восхищая поклонников и заставляя стилистов петь дифирамбы. Среди излюбленных приемчиков, которыми Примадонна пользуется давно, стал акцент на талии. Чтобы делать ее тонкой и хрупкой, артистка выбирает широкие ремни с массивными пряжками. На днях Алла Пугачева вновь продемонстрировала этот прием. Певица вышла в свет на кинопоказ в компании мужа Максима Галкина. Артистка нарядилась по-деловому, но про любимый аксессуар не забыла. Она подпоясалась ремнем с серебристой фурнитурой. Аксессуар на талию Пугачева надевает всегда. Будь то посиделки с друзьями, юбилей мужа или выход в свет. У нее очень много самых разных ремней, поэтому Примадонна может подобрать подходящий под любой случай акцент.